Работы на улице Больничной начались в среду. Срезали старый разрушенный слой асфальта и занялись укладкой нового. Внутриквартальные проезды в Самаре активно ремонтируются. Больше 60 дворовых территорий будут приведены в порядок до конца октября. В рамках ремонта внутриквартальных территорий, вот по данному адресу, производится ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров с заменой бортового камня дорожного. Все работы ведутся в рамках муниципального контракта, и подрядчик дает гарантию на 5 лет. В случае разрушения покрытия в течение этого времени он будет устранять недочеты за свой счет. В этом дворе на Новосадовой работы уже закончены. Жители с содроганием вспоминают, что здесь было раньше. Было ужасно. Во-первых, было темно. Было даже к подъезду было страшно подойти, того глядите, кто-нибудь встретит и по башке тюкнет. Вот. А сейчас очень светло, очень даже не страшно. Вот в 11 часов выйдешь, и красота, светло, чисто. Пожелания активистов МКД и общественников подрядчики учитывают. Теперь уютный дворик может похвастаться современной детской площадкой, благоустроенной территорией, ровным асфальтом и освещением. На очереди и другие дворы города, где установят новое игровое и спортивное оборудование, обновят ограждения, установят новые скамейки и урны. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.